Всех приветствую, друзья, на связи Дамки. Сейчас мы перейдем на мой профиль сопротивления и получим медаль первую на этом аккаунте в легендарной лиге. Турнир был в поисках Наутилуса, отыграл его, наверное, за недельку, ну, может, даже чуть-чуть поменьше, дней за 6. И получаю я в итоге четвертое место. 2000 золотых кредитов и 650 жетонов. Было потрачено, конечно, голды намного больше. В среднем бой длится 10 минут, как минимум 10 бустов я использовал, умножаем это на 30, сколько получается, 10 бустов на 30, ну где-то 300 бустов минимум, по-хорошему 500, каждый буст стоит 10-15 голды. Короче, где-то 8-9 тысяч кредитов ушло мне на этот турнир, но награда была меньше. Так, ну и в итоге, что у нас есть? Первая медаль в легендарной лиге за четвертое место. Неплохо, учитывая, что я 19-й ранг и четвертое место в турнире занял. Даже, можно сказать, была возможность занять первое место в турнире. Я так говорю, по сути, одно поражение в турнире. Повезло, конечно, с подбором. Могло еще чуть лучше повезти. Возможно, тогда реально бы еще и первое место забрали. Но вот недавно меня Брокос скинул, и у меня теперь четвертое место. Жалко, печально. Ну, что поделаешь. Давайте крутанем жетоны. По 50 буду крутить. Мало ли, карточка умений выпадет. Я теперь всегда буду крутить по 50. Большую часть жетонов. Так как там шанс выпадения умений командиром достаточно высокий. Если крутишь, к примеру, за 500 жетонов контейнер, то там тебе, может, выпадет, как здесь, 150 голды, и все, больше ты ничего не покрутишь. А тут вероятность побольше будет. Ну, 150 голды, крутим дальше. Получается, вот эта голда на 3 боя нам. Нет, ну, можно сказать, один бой. То, что нам сейчас голда выпала, это на один бой хватит в турнире. Там же играем на фулл голде. Противников могут дать достаточно сильных. Так, экстренные меры. Такое себе. Крутим дальше. Ждем, я не хочу ускорять. А может, надо? Честно говоря, не знаю. Не, пусть будет интрига. Так, еще 150. Итого 300 голды. Ну, 300 голды неплохо, это день ускора. Правда, я ускоряться не буду, потому что у меня зеленых кредитов толком нету. Будем фармить голду. Вообще, я хотел, чтобы мне выпали умения командиром. Выпадает нам 7,5 тысяч, как будто один бой выиграл, играя без бустов. В принципе, неплохо. И ждем. Сколько у нас жетонов еще осталось? 450, наверное, или 500. Фиг его знает. Так, 500 голды нам выпадает. Неплохо. Вот это прям хорошо. Того у нас 800 голды я выбил, да? Еще 400 жетонов есть. Блин, 800 голды. Мы могли бы крутануть один контейнер за 500, нам бы выдало 1500 голды или 1000, обычно как там выпадает. А мы еще только половину даже не открыли жетонов по 50. Бусты. Пригодится 12 атак на авиацию. Правда, если буду играть через авиацию, то этого хватит на один бой. Если там 30 плюс минут. Ну, хотя бы уже не надо будет самому покупать. Так, пролетают все карточки умений. И выпадает нам 3000 или бусты. Давайте уж бусты, наверное. Они будут подороже, чем 3000 зелени. Так. Крутим. Или сколько будет стоить золотое? Честно говоря, что-то запутался. Вроде бы 1000, да? 15 голды. Да, это 1000-1500, что ли. Так, ну суперприз нам не выпадет, но голда это хорошо. Самая, так сказать, хорошая валюта. И ускоряться можно на нее, и действует она на два профиля, и бусты покупать во время боя. Премиум, ну, мне-то премиум не нужен, но только как заговорили про премиум, и выпадает премиум 3 дня. Ну ладно, за 50 жетонов пусть будет. Крутим. Ничего же нам выдадут.
Давайте хоть раз умение командира. Ускоритель не дотянется, наверное, или дотянется. Вот под вопросом. Да, дотянулся. Ну, это как 250 голды, на самом деле. Там же ускорение одного дня, 24 часа, стоит 250 или 300 голды. Вроде бы так. Ну, неплохо. 3 дня ускорить. Стоп, да, точно. Это один день 250, ускоритель-то на 3 дня. Это как будто суперприз, можно сказать, выбили. Так, еще 20 тысяч. Зелень пойдет. У нас еще 2 контейнера есть. Надеюсь, повезет. Какой-нибудь суперприз выиграем. 1000 голды. Тогда вообще будет шикарно. Так, ждем, ждем, ждем. Сейчас что-то должно выпасть, нет? Нет. Что-то давно не было суперпризов. Ну, мимо не пролетали, кроме жетонов. Ну, в итоге опять голда. Так, я так понимаю, мы еще маленький контейнер сможем открыть. Который открывается. Ну, который накапливается. Сейчас глянем, что там будет. Так, так, так. 300 голды. Давай, дотянись, дотянись. Да, дотянулся. Слушайте, а голды неплохо нафармили. Казалось бы, там 600 жетонов у меня было, да? То есть не хватает. Голда-то появилась внезапно. Плюс еще 2000 голды мне дали за победу в турнире. Ну, не за победу. Вот эта награда. Жетоны. А на голду нету, что ли, тапа? Нету. В общем, 4-е место. Жаль, не 3-е, конечно. Было бы в 2 раза больше награды, но... Ладно. Что есть, то есть. Радуемся вообще, в принципе, что смог взять медаль. Причем, кстати, у меня такой нету. Окантовочки никакой нету, потому что за 4-е место, к сожалению. Ну, что поделать. И фиг кто узнает, что это было реально 4-е место. Потому что, если посмотреть на кого-нибудь игрока, не знаю, у тебя есть медаль? У тебя нету, Вадим. У лорда нету. Что, все без медалей? Вот. У него, например, тоже 4-е место в больших резервах. А фиг его знает, может, это было 9-е место, а может, 10-е. По этой медали не поймешь. Ну ладно. Благодарю за просмотр. Спасибо. Что-то запутался. Спасибо за просмотр. Благодарю вас за поддержку и всем удачи.